самая вопиющая жизненная несправедливость – это смерть. Вот если говорить, что вот здесь любовь, а вот здесь смерть, а между ними как раз жизнь. А если человек рождается, когда влюбляется, неважно во что, главное, что пока у него есть любовь, он ее несет как яркую картинку, и потом, в принципе, только ее и заберет с собой. Изучаешь, стараешься. Кто-то идеальный, кто-то нет. Все приходят к старости к удивительному выводу. Я сейчас вот беру интервью у многих стариков, которым 80-90, и все говорят: любите, 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 любите. Каждый день любите, завтра, может, не будет так хотеться. Вот ешь, пока рот свеж, вот кушай, опять пой, созидай, выбирай правильные краски. Самое главное — несправедливость. Вот как? Ты только набрал всех этих ярких картинок, и по новой ты рождаешься, и по новой проходишь этот путь. Наверное, это законы Вселенной, но пока к ним трудно привыкнуть.